Здравствуйте, меня зовут Абдраимова Малика, и мне 16 лет. Работа, которую ведет Faberlic, ставит ее на особое место среди других организаций. Кроме использования новых методик развития, в понятие «лидер» здесь складывается объемный смысл, который ведет к необычным новаторским методам работы с молодежью. Помимо того, что я работаю в компании Faberlic, я отлично учусь в школе, участвую в олимпиадах и дебатах, причем успешно. Занятия спортом и музыкой выявили во мне лидерские качества. Окончив музыкальную школу по специальности скрипка, я сконцентрировалась на совершенствовании своих личностных качеств. Особое место в развитии моего лидерства сыграла конференция «Ассоциацию юных лидеров». Лидер – это личность, свободная от социальных стереотипов, познающая свою индивидуальность и потенциал, признающая и принимающая других людей, умеющая контактировать и соорганизовываться в группу, руководить коллективом, при необходимости брать на себя ответственность и чувствовать себя причастным ко всему. Это человек, который постоянно развивается, старается принести пользу не только себе, но и окружающим. Я считаю, что я соответствую данному понятию. Лидер, по моему мнению, должен вдохновлять других, помогать направлять энергию и время в нужное место, уделять внимание результатам, процессу и взаимоотношениям, добиться оптимального вовлечения в работу, своим поведением настраивать на сотрудничество, раскрывать других их лучшие качества. Чтобы стать лидером, необходимо обладать или развить в себе определенный набор качеств и черт характера. В жизни человека рано или поздно возникают такие ситуации, когда могут понадобиться любые лидерские качества, которые в итоге позволят добиться желаемого результата.